По традиции, в канун Дня любви, семьи и верности в Хабаровске проходит акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня в ней приняли участие порядка 60 ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли на площадке дома-интерната для престарелых и инвалидов номер один. Болела за участников и наша коллега Наталья Чернышова. Юрий Бицонов прицельно сбивает деревянные бруски битой. За силу и ловкость подопечный психоневрологического интерната из села Ильинка получил сегодня серебряный знак ГТО. Городки – игра командная. К ней готовились больше месяца. Молодец! Подцепить крючком деревянный брусок не сложнее, чем поймать тайменя, говорят участницы следующего соревнования. Среди них опытные рыбачки, которые за свою жизнь съели не один литр ухи. Это сложнее, чем быть, ну, рыбалкой, или как? Нет, в рыбалке там много нюансов, подсечки там и прочее, прочее. Клев этот сам, вот момент. Линок или таймень, да нужно большого такого прям приманку. Расхватится, быстренько тянем потихоньку, чтобы не сорвался, охап его, готово. Попасть теннисным мячом в корзину, а футбольным – в ворота. Дальше всех прыгнуть и воткнуть дротик в центр мишени. Команды стараются изо всех сил. В соревнованиях приняли участие порядка 60 человек. Люди любят спорт, занимаются. Сейчас мы увидели такой импульс и интерес к спорту. Участвуют во всех соревнованиях, касаемо своих, например, да, категорий. Там люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Есть ребята с интеллектуальными нарушениями. Такие соревнования проводят для инвалидов, ветеранов и пожилых людей каждый год. Для большинства подопечных домов-интернатов спорт – это праздник и норма жизни. Оборудовать спортивные площадки и обеспечить команды инвентарем помогает Министерство социальной защиты края. Мы стараемся ежегодно восполнить, дополнить наши снаряды спортивные, стараемся взаимодействовать с различными спортивными организациями, участвуем в мероприятиях по сдаче норм ГТО. Ну, в общем, наша команда одна из самых сильных среди домов-интернатов. Наталья Чернышова, Степан Крокус. Смотри, Хабаровск.